Всем привет! Ба-бам! В общем, приехал картон для растопки суперпечки Ильи. Суперпечка Ильи. Конечно. Сделана из двух баллонов газовых. Значит, здесь горит, здесь собирается, возвращается, догорает, опять сгорает, опять поднимается, догорает, возвращается. И так целый день, и весной только пух туда что-то и вышло. Достаю из печки дрова, да? Ха! Красный человек. Пятница 13-е. Еще и ветошь пришла для работы. Что ты запаковывал? Ценная вещь, наверное. Посмотрите, какая классная ветошь. А? Теперь моторчик собирать станет еще легче. Подштанник какой-то. Так, этот вот. Это мешочек. Мешочек. Это не хухры-мухры, это пила. Ты ё-моё. Все. Такое у нас еще не было. Там над зеркалом мне не щелкает, упадет и хрен дарит. Где здесь, ну? Прикольно, стри, раз. Что только не понапридумывал. Ведь критикуют, что я везде в кадре у тебя. Давай. Кто критикует? А есть тут вообще. Завистники, завистники все. Всем привет. И опять пила. Пила, как говорит Википедия, двуручная. На, скажем так, в простонародье дружба 2. Так вот, если это дружба 2, то тогда, наверное, вот это. Дважды. Дружба 3. Дважды 2. В общем. А есть так, чтобы рук не хватало? Я не знаю, ну это получается чик, надо еще так. Будем искать, теперь надо искать или короче дружбу 1, или длиннее дружбу 4. А вообще Википедия говорит, что название дружба от, это как шуточное название от бензопилы дружбы. Кстати, Википедия говорит, что можно приноровиться и пилить этой пилой одну. Можно. Можно, да? А, Илья тоже говорит. До встречи с новой пилой. Не пила, а выпивала. Как продолжение следует. Так вот, собственно говоря, кстати, что может объединить пилы и лодочные моторы? Это бензопила «Дружба». У меня Урал есть. Илья говорит, что у него есть. Илья говорит, что у него есть Урал. Урал мы у него тоже отберем, но в общем, следующий этап — это пила «Дружба». Бензопила «Дружба». Чтобы объединить ручные пилы и лодочные моторы. Да. А у тебя мотоцикл Днепр или Урал? Урал. И у меня бензопила Урал. Это, наверное, один и тот же двигатель. А, ну, не знаю, раз такой миниатюрный позитик такой. Все. Да. Я долго искал ответ на вопрос, почему же все-таки я собираю пилы. Наверное, потому что меня жена не пилит. Вот пытаюсь как-то компенсировать. Ну, в общем, шутки шутками. Что может объединить пилу и двигатель внутреннего сгорания? Конечно же, бензопила «Дружба». Бензопила «Дружба». Уа! И теперь главный вопрос, вот Илья, к тебе, к примеру. Можно ли быстро завести дружбу? Отвечать? Я имею в виду не пилу, а вообще между людьми. Бывает всяко. В общем, можно поставить лайк, подписаться. И, в общем, это будет дружба.
Итак, пробуем завести дружбу. Что ты положил так? Она и так стоит. Не стоит. Как не стоит? Не стоит. Ножки нету? Да. Ну, извини. Скажу честно. Как можно было оторвать ножку? Мастер-класс. Да? А вот как оторвать ножку, в следующем видео будет. И мастер-класс по заводке пилы, который я прошел сегодня. Там будет все сказано, почему сюда надо потекло нажимать, потекло, почему должен капать. Ну, чтобы весь лес был в этом. Ага, ногой придержать не надо было. Так в лоб, да? Класс, да? Так. А знаешь, почему пила называется дружба? Почему? Потому что вдвоем надо заводить. А тут целая команда нужна. Лучше, а то передышимся сейчас. В общем, дружбу можно завести относительно быстро. А ножки отгнивают. Вот. Это спойлер к следующей серии. Угу. Всем пока-пока. И еще вот такая пила. Наш друг Юра сказал, что, возможно, ею пилили вот так, подпиливали снизу вверх. Вообще, мне кажется, что это из рода щучек, которыми пилили ракушняк, когда строили то ли подземный аэродром древний, то ли метрополитен, ну, если в это верить, конечно. Соответственно, никаких клеем нет и вообще... Кстати, мне кажется, что вот эта заводская деталь, мелкосерийная. Перекрестись, да. Ага, хорошо. И, в общем, вот лучковая пила. Кстати, а вот это может быть спокойно смычковая пила. То есть это лучковая, это смычковая. И... Ну, неважно, ладно. Вот отличная лучковая пила. Мы видим у нее новодельную левую часть. Или на отдельную правую часть. Но ей тоже уже лет и лет. В общем, мы ее отмоем, льняным маслом покроем и изготовим вот этот натяжитель. Конечно же, подыщем деревяшечку постарее. Правда, Илья сказал, чтобы я их все сжег. И как старшего я послушал и все сжег. Придется теперь очень долго искать. Может быть, завтра найдем. Берешь и не краснеешь. Чего вру, я все сжег. Ты сказал сжечь, я сжег. В общем, сейчас мы ее моем. Вернее, сначала мы чистим полотно, потом мы ее моем, потом пропитываем маслом и изготавливаем натяжитель. Клеишь? Нет, не клею. А что ты делаешь? Мажу. Видишь, без скотча не обходится ни одна склейка. А можно мне каплю клея? Ну давай палец капнем. Сейчас. Да.
мне, пожалуйста, оп, вот сюда. Просто дай каплю клея. Не там я чеплю. Знаешь, сколько он стоит? Я сам охреневаю. Вот мажу и плачу. Так это может быть не клей, а слезы? Дороже, чем сливочное масло. Оп. Попасть еще надо. Че? Жизнь отработанная годами. Че? Ты что, все ноу-хау попадешь, понимаешь? Сейчас начнется. А что это за штуки такие? Так а я скажу, это шухлядки будут. Нет, я имею в виду про железяки, ваймы вообще. А, ваймы. Ну вот, видишь. Струбцы. А я думал... Какие-то струбцы. Так, в общем, я капну сюда, каплю. Профессиональное впихивание клея, не то, что я тут бумажечки. Футику лет 30 уже. Реально. Нет, 30. Прешу, наверное, лет 25. Это ты про что говоришь? Про... Линеечку. Она у меня лет 25 уже. Но уже подостерлась. И в основном все, что ее подостерло, вот это клей. А, так она специально обученная, да? Да, да, она реально. А сейчас такую еще попробую найти. У меня есть, но чуть-чуть уже она. Не тот какой-то класс.